Китайские волейболистки сегодня вернулись в Пекин. В столичном аэропорту их встречали сотни фанатов. Напомню, женская сборная Китая по волейболу в понедельник в заключительном матче Кубка мира одолела сборную Японии и в четвертый раз в своей истории стала победителем турнира. Этот трофей открыл китайской команде дорогу на Олимпийские игры 2016 года. Нас встретили фанаты очень тепло и сердечно. Я знаю, что они надеялись, что мы продолжим славную историю китайской сборной в 80-х годах 20 века. И вот через 11 лет мы снова стали победителями Кубка мира. По-моему, этим результатом можно быть довольными. Победа в матче Кубка мира, безусловно, повысила самооценку и уверенность в себе нашей команды. Но нам надо работать еще больше, чтобы встать на высшую ступеньку пьедестала почета на Олимпийских играх 2016.